Детский парк очищали от мусора сотрудники управления культуры и подведомственных ему организаций. Заслуживает уважения активная позиция напчан. В течение года следят за порядком на территории парка, несмотря на то, что она в частной собственности. Глава города поставил на вид арендаторам детского парка. Их наплевательское и откровенно потребительское отношение к парку бесследно не пройдет. Зарабатывают на торговле и аттракционах, значит, должны вкладываться в содержание зеленой зоны. Сергей Сергеев поручил муниципальному контролю провести ревизию всех торговых точек, которые находятся в детском парке. Те, что установлены незаконно, должны быть снесены. Кроме того, в администрации поясняют, что у предпринимателей есть обязанности, которые прописаны в правилах благоустройства. Их неисполнение будет наказываться рублем. Законом предусмотрены штрафы. Регулярный мониторинг даст результат, заставит коммерсантов вспомнить о своих обязанностях. На фоне такой вот вопиющей картины нелюбви к городу особенно заметен вклад анапчан в общее дело наведения порядка. Глава города пообщался с горожанами и искренне поблагодарил их за участие. Анапа внесла свой достойный вклад во Всекубанский субботник. Молодцы, хорошо поработали, поделился впечатлениями мэр в своем микроблоге.